факт, поразивший меня на этой неделе, такой. И это ответ на вопрос, почему мы, врачи, поддерживаем введение огромных штрафов за превышение скорости в автомобиле. Так вот, когда вы садитесь за руль и едете вперед, если скорость выше 80 км в час, то вы перестаете четко различать предметы, которые находятся по бокам. А если скорость 100-120 и выше, то вы вообще ничего не видите, кроме одной точки впереди себя. Вот поэтому происходят аварии, вот поэтому происходят трагедии. И вот поэтому штраф за превышение скорости должен быть большим. Об этом надо думать, когда вы садитесь за руль, потому что страшно попасть в аварию. Страшно. И страшно жить, если вы сбили человека. И помните об этом.